Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. На днях мне пришла посылка с сайта Кабэти. Как всегда, заказала себе много-много разной красоты. В данном магазине доставка товаров осуществляется по всему миру, а ссылку на магазин и на все товары оставлю в описании. Но это еще не все. В этом видео я покажу, как сделать простые, но очень красивые цветочки. Так что обязательно оставайтесь со мной. Не смогла пройти мимо металлических кабошонов с подвеской капля. В работе даже в самом обычном бантике такая серединка будет смотреться шикарно и нарядно. В лот входит 50 кабошонов, размер одного кабошона около 6 сантиметров. С подобными кабошонами я уже работала и сейчас покажу, что же у меня получилось. Еще приобрела вот такие металлические серединки, они с имитацией жемчуга и стразами. Подобные серединки я уже себе приобретала, но в цвете золота. Еще решила взять и в серебре. А вот еще один вид серединок, который мне очень понравился. Размер их 22 на 12 мм. В набор входит 30 штук разных цветов. Серединки блестят, переливаются, в работах будут смотреться шикарно. Часто в работе с фоамираном использую шифоновые бабочки. Они придают воздушность и нежность бантикам. В упаковке идет 20 одинарных бабочек, но я их склеиваю по 2. Чтобы они были более объемные и реалистичные. Это был весь мой заказ с сайта Кабэти. Ссылку на товары и на магазин оставлю в описании. А сейчас мастер-класс!